Всем здравствуйте, мастерская салон компании. Я Вячеслав, приветствую вас. Всех поздравляю с Троицей. Здоровья, всего хорошего желаю. В сегодняшнем у нас обзоре наша модель S16. Сегодня мы почистим рыбу. Немного еще подмороженная. Как раз попробуем, как вы хотели, попробовать, пила рабочая или нет. Чистит или нет рыбу. Сейчас как раз уху варим. Взял доску, какую нашел здесь у нас. Это я сейчас не планировал это видео снимать. Я думал, рыба приедет чищенной уже. Но рыба не чищенная приехала. Одна. Потом придется убирать. Ну вот, в принципе, работает. Пила, не пила, а рыбочистка, так скажем. Тем самым мы оставляем лезвие в рабочем состоянии. Ну, вы, правда, я показывал S13 нож. Ну, S13 делал тоже на такой, а его пока делал, приобрели. Вот, как раз в работе было несколько ножей S16 с пилами. Вот один из них я решил сейчас попробовать. Ну, пила, я вам скажу, рабочая. Сделали, чтобы палец не слетал, такую насечку здесь. Вы говорили, палец сюда будет слетать. Ну, вот его уже точно не слетит. То есть такой рабочий вариант. Видите, удобно чистить. Все довольно быстро почистилось. Давайте разрежем. Разрезать он, конечно, разрежет. Как по маслу все идет. Так. Ну, все чисто. Сейчас уберем маленько. Потом. Ну, кто-то скажет, что это не тест, это херня, как его, карпа порезать. Ну, смысл был в чем? Рабочий предмет или не рабочий предмет, пила. Пила оказалась рабочим предметом, нанонож. Нож мы попозже еще испытаем, просто сейчас гости у нас, вот у нас аниматор, молодая девушка, первый раз снимает. Спасибо тебе, Вик. Ну вот такой нож, сними его полностью, вот так вот. Угу. Ну что, теперь меня снимай. Вот модель S16 с пилой. Пила рабочий инструмент оказался, если честно, сам до этого не знал, будет рабочий инструмент пила или не будет рабочий инструмент, или будет рвать рыбу. Но рыбу не рвет, чистит хорошо. Всем удачи, всех с праздником, с Троицей Святой. Всем здоровья, успехов. Все, до новых встреч. Пока.